Сердобольный Рубен как мог успокаивал расстроенного Валико и даже пытался объяснить, почему стюардесса Лариса Ивановна его игнорирует. Космонавта видит, и что и она видит. Может, вот так потрогать? Ты кто такой для нее? У некоторых зрителей возник резонный вопрос. Кто же такой Штоян, если герой с таким пиететом произносит его фамилию? Так вот, это легендарный советский футболист, нападающий ереванского Арарата. В 73 году, в финале Кубка СССР, он забил 2 мяча в ворота киевского «Динамо», обеспечив победу своей команде 2-1. Ходит легенда, что после этого триумфа болельщики в Ленинакане, его родном городе, пришли к зданию горкома партии с просьбой поставить памятник любимому футболисту, но получили отказ. И тогда на спине памятника Ленину кто-то вывел краской цифру 8, номер, под которым играл Ливон.